Язык – это средство общения и взаимопонимания. А рыбы – это те же кролики, только без лап, без ушей, без хвостика, без шерсти, без черепа. Один в один. Есть такая поговорка – и рыбку съесть, и нахуй съесть. Но я не Машков, я этой фигней не занимаюсь. У Шнурова есть замечательная песня «Рыба моей мечты». У меня тоже есть мечта. Я мечтаю стрелять лазером из глаз и забираться на деревья, используя только ноги. Забрался наверх, отпустил, упал. И не больно. А еще я мечтаю ловить рыбу с проститутками. Вот почему так важны поплавки и проституция. Это касается каждого из нас.